Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Сегодня 13 июля 2019 года, раннее утро. Я отправляюсь на рыбалку за белым хищником, за голавлем, на соревнование, которое организует группа Total Fishing Club, а именно Серега Total. Всем участникам привет и ни хвоста, ни чешуи! Какой туман, вы просто посмотрите, это пипец. Сразу видно, что недалеко уже река. Я здесь сегодня себе отобрала приманку, на которую у меня будет вестись основной упор. То есть ловить я буду на колебалке на вертушке. Вот. Есть у меня такие достаточно интересные, я думаю, что должны заинтересовать в любом случае хоть какую-либо рыбу. Ну красиво, да, они выглядят красиво, конечно. Серьезно? И только выглядят? Ну, я не знаю, я не ловлю на это. Не пробовал? Вот, авторские воблеры Виталия Власенко хорошо работают. Любая воблер. Так, знаешь, ну так, перемешивай как раз, кинь пару раз так воблерочек, чтобы он не тыкнулся. Два у нас участка. Участок номер А. Это вот этот сектор, этот берег. Участок номер Б. Это тот, другой берег, левая сторона. Обед у нас с часу 30 до 3 часов. Полтора часа, чтобы вы могли после первого тура хорошенько отдохнуть. Нужно быть очень осторожным, потому что сейчас здесь вот очень много на берегу травы, и не видно никаких ни ямок, ничего. Я чуть не упала прямо в реку. Я уже очень большой участок реки прошла, но практически ничего не побросала, потому что очень много камышей. Ну нет подходов к воде совсем. Вот. Пришлось обходить еще в придачу целый участок вокруг, возвращаться обратно. В общем, тяжеловато, но смогаемся. Ого, здесь вот чья-то, видите, база. Прикольно. Здрасте. А? Да, мы там даже не побросали. Шли там через эти камыши, там очень много. Не подойти к берегу, так. А у вас? Был вот один удар, вот здесь вот. Ну, совсем маленький такой. Пух, все. Как обычно. Что мне очень нравится, как слетает со спиннинга. Сегодня у меня блесна, может, надо все-таки что-то потяжелее. Меняем вертушечку. Так. Вот
главное. Оп. Главное вот так вот. Оп. Перевоблировочек хочу попробовать. Вертушку только что хорошую порвала, жалко. Ну ладно. Красавец, видите, как плывет. Катушечка у меня Дайва ЛТ 2500. Друзья, сейчас нахожусь в месте, где достаточно много перспективных голавливых мест. Причем выгоднее даже идти не вот так вот вдоль берега по кустам, а идти в забродниках прямо по воде, потому что практически до середины относительно неглубоко. Я уже проголодалась. Поэтому сейчас перекушу, пойду дальше. У меня было несколько ударов. Увидела, где рыба выходит. Ну, один удар был, может быть, голавль, а может быть, это был окунь, либо какая-то другая рыба. Плюс подбрасывала там за траву. У меня быстро так начало вдруг сопротивление идти. Как будто там что-то подсело, но я не подсекла. Рыба. Вероятно, все сошла. За кустами. Я просто увидела, где она вышла, туда подбросила и... Вот самое интересное, что здесь идет мелко. Здесь идет мелко, а вот здесь вот резко глубоко. Меня прям туда засасывать начало. Первый этап практически пройден, уже пора возвращаться обратно на базу. И могу сказать, что был всего лишь один окунь и несколько ударов. Больше, к сожалению, ничего не было. Все подбрасываю под противоположную линию берега, подбрасываю под коряжник, подбрасываю под траву, провожу вдоль берега, провожу вдоль границы с сильным течением, но все равно ни хрена. Вот чуть-чуть запутался у меня кончик, пару рывков. Я просто хотела снять свою блесну с кустика, и у меня поломался кончик. Хана? Ну ладно, хорошо, что есть еще с собой запасной. Сейчас посмотрим, как будет им. Ну вот, друзья, пришлось поменять на другой спиннинг. Neon Spy MCN ES 21ML с тестом от 5 до 20 грамм. Наверное, конечно... Немного тяжеловато как бы наголавлен, но у меня нет другого выбора. Вы знаете, друзья, летит лучше, и я уверена, будет вязать рыбу, если клюнет тоже лучше. Просто невероятно. Офигенно, друзья. Он такой тверденький, можно и подтвичить, если что, при желании. И вертушку будет держать, а не гнуться вот так вот. Супер. Сначала я хотела упираться в блёсны вертушки.
Но здесь у всех клюет на воблера. Пипец. Все, поели. Сейчас отдыхаем, а потом идем уже на второй тур. И пойдем уже мы в ту сторону. Там, говорят, туда надо вообще далеко идти, чтобы добраться до нужного места. Ну, страшно. Все вещи сырые. Вроде бы забрать не могу, а все сырое. Ну что, получается, это уже второй этап. И сейчас иду к месту ловли, пробираюсь. Жесть, да? Я чуть не померла, тут пока дошла. Ну, там мы бы просто потеряли бы реку. А, окунь. Окунь. Еще один окунь. Окушевич. Хорошо клюнул. Еще один окушок. Красавец. Ну, хоть какое-то разнообразие. Спиннинг этот прикольный, мне больше нравится. Для твичинговой рыбалки. Вообще огонь. Для джига. Вертушки хорошо держит струю, не гнется, как сосиска. Потому что форелевый тот сорфмастер мой, он гнулся, и было очень неприятно. А это прям чётенький такой. Оп, хорошо бросает. Так. Блин, кто-то был. Да сплыл. Thank you.
Есть, ребята. Кто это? Это вообще щука. Щука. У меня клюнула щучка. Ничего себе. Маленькая щучка. Опа. Маленькая щучка совсем. Вот такая. Я уже думала голову. Оказалось, это маленькая щупака. Ну ладно. Хотя на. Опа. Мать моя женщина. Кто тебя поранил, елка? Вот там кто гонял. Все, руки, да? Оп! Это уже не по нулям. Сегодня у меня уже столько рыбин. Пускай не головли, но это рыбки. Давай. Оп! И уплыла красотка. Еще один окуняр он. Совсем малый. Это милипили сегодня. Опа! Хороший, хороший окушок. Хороший. Хороший. Не. Ох, красавец. Хорошенький. Хорош, хорош, хороший окушающий. Вот на вот такой вот. Друзья, очередной окуняка отпускаю. Ну, сегодня я, по крайней мере, наловилась их. Давай, чувак. Давай. Оп, пошел. Молодец, умница. Прикольно. Ну, хоть окуней. Блин, лодки прошли. Что мне уже мало верится в то, что что-то может взять. Ну, ладно. Вот так вот резко похолодало. Пришел ветер, тучи. А я вообще хотела идти даже без накидки. Хорошо, что парни сказали, что бери, а то комары сожрут. Ну, окуни поклевывают, щучка проклюнулась. Ну да, голавли нет, но голавли дело наживное. А сегодня я ловила на два спиннинга. Один сурфмастер, он у меня сломался, у него кончик. Получается, керамическое кольцо,
колечко слетело с верхнего кольца, и потом вообще сломался кончик. Сейчас я использую спиннинг Maximus Neon Spy в тесте от 5 до 20 грамм. Широкий достаточно диапазон, но спиннинг мне этот очень нравится. Причем нравится из всех спиннингов, которые у меня были, наверное, больше всего. Катушка у меня сегодня Daiwa Ninja LT 2500. И плетенка у меня Power Pro 0.13 с поводком флюорокарбоновым 0.2. Рабинчик маленький стоит. Ну и меняла я сегодня в течение целого дня. Абсолютно ставила разные приманки. Я пробовала и воблера, и вертушки, и грибалки. И самыми эффективными оказались все-таки здесь на реке вертушки. Но белая лучше всего почему-то сработала. Не знаю почему. Может быть, это какое-то совпадение. Но у меня белая в двух размерах. Одна вот сейчас я ей работаю. Она побольше, и вторая поменьше. И обе сработали. Как-то так. Друзья, дождь уже сильный пошел совсем. Проезжали лодки и совсем перестало клевать даже окунь. Очень много лодок ездит здесь. Неудивительно, здесь очень такие берега неудобные, поэтому все на лодочках, естественно. Третье место у нас сегодня с суммой баллов 83 балла, 3 головля. Александр Александров, Россия, город Тула. Поздравляю! Серег, хороший результат. Спасибо. Красавчик. Честно, это не я, это Мельдоний. Я не виноват. Бурин Александр, мы его поздравляем. То есть третье место, 83 балла у Александра. 143 у тоже, у второго. Александра. Ну и первое место, ну тут вообще безоговорочно, с суммой баллов 168 побеждает в этом турнире Жуковский Николай. Красавчик, молодец вообще, капитан главы. Продаю фантейл. У нас сегодня опять же на турнире единственная девушка, которая участвовала в нашем турнире Трофи Чап. Она у нас постоянно, сейчас, скажем так, приезжает, поддерживает это движение, пытается словить головля. Я вижу у нее искры в глазах, она стремится к этому, да. И сегодня она тоже пыталась его словить. Я думаю, что, Юля, в других турнирах, в следующих, обязательно у тебя... Обязательно. Вот, за то, что ты не сдаешься, за то, что ты постоянно приезжаешь, за то, что вот за твое упорство, пусть эта медаль не 13 место, а просто она будет символизировать 13 число, что сегодняшний турнир, ты была сегодня здесь и упиралась. Я нашла. Тоже молодцы все. Все, очередной турнир по ловле голавля закончился. Опять я не словила голавля, но на этот раз я, по крайней мере, не уезжаю отсюда с нулем. Я наловила окуней, поймала щуку, короче. Все прошло замечательно, и я рассчитываю на то, что в сентябре я наконец-таки реабилитируюсь. Но если не в сентябре, то в следующем году. Смотрите мой канал, обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чеши. Пока. Perfect.